Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал, и находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ревлу, и произвели над ним суд, и сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В 5-й месяц, в 7-й день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами, и столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон, и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли, и кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди. Тоже и на другом столбе с сеткою. И взял начальник телохранителей Сараию, первосвященника, и Цефанию, священника второго, и 3 стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и писца главного в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ревлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ревле, в земле Емав. И выселены иудеи из земли своей. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, который оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадалию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадалию, то пришли к Гадалию в Массифу, а именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сераия, сын Танхумефа из Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадалия им и людям их, и сказал им: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в 7-й месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишама из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадалию
и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Массифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его.